шкафчики игрушки и на шкафчики игрушки. И еще у них живут киски. Киски повсюду лазят. У них есть тут угощение, тортик, виноград, компот. Здесь кухня, тут есть холодильник, плита. Здесь есть печеньки, кружечки, запасы в баночках. А тут тарелочки с баночками. Даже наверху есть часы в виде чайника. Здесь духовка, жарится ужин. А здесь посудомоечная машинка. Микроволновка тоже открывается. Что-нибудь можно положить. Посмотрим, что в холодильнике. Тут есть кастрюльки, лед и консервы с растительным маслом и кремом. Тут есть напитки, молоко, фрукты, овощи. Тут лежат овощи. В дверце есть напитки и молоко. Тут на кухне живут собачки. Тут лежит косточка и тарелочка с мяской. И тут гостиная. Там отдыхают куклы и устраивают вечеринки. Сегодня у них праздничный стол с вкусняшками. Тут есть мороженое, тортик, пирожное и чай с букетом. И тут балкон. Тут сидит Лейла. Она ест пироженку, пьет чай и смотрит планшет. А тут ванна и туалет. Унитаз открывается. Вот эту куклу зовут Мария. А это ее дочка. У нее костюм русалки. Снимается, одевается. Еще есть такой фен и шампунь. Это ведро, чтобы убирать. И здесь еще стоит пылесос. А это музыкальный зал. Искорка репетирует. Тут собрались ее друзья пони. А вот здесь вот спальня, где отдыхают куклы. А сейчас там сидит доктор Плюшевый. Здесь стоит столик. Там есть украшения, расчески, ключик, очки, сумочки и зеркало. А вон там стоит тумбочка, в которой есть букет, расческа и сумочка. Надеюсь, вам понравился мой домик. Совсем скоро мы с мамой будем делать в нем ремонт. И я обязательно покажу
следующих видео, как это мы делаем. С вами была Лиза, до новых встреч, пока!